Всем приветик. Здравствуйте. Мы сегодня приехали на Олдбридж. Тоже вот такое красивое место для отдыха. Но здесь только отдых как бы активный. Можно походить вот такими boardwalks. И на таких вот длинных пирсах половить рыбку, загорать. И плавать здесь не разрешается. Там стоят такие предупреждающие как бы плакаты, что нельзя, особенно детям и беременным женщинам, потому что это может быть опасно для их здоровья. Хотя на велосипедах дети, смотрю, ездят, но раз открыто, значит. И вот дяденька пришел со своей лодкой, он эту лодку притащил сюда на колесиках, там же колесики вставил, GPS у него в лодке есть, все есть. Это китаец, китайцы вообще тут крутые. И весла есть, и, наверное, моторчик там есть. И сейчас он рванет в открытое море на рыбалку. Две удочки у него. Наверное, имеет лицензию, а может, для открытого моря не нужна лицензия. Лицензия нужна точно для пресных водоемов. Для моря, может быть, и не нужна. На каждых пляжах рядом, вот здесь тоже видно, есть детская площадка. Если детям не хочется здесь гулять, они могут пойти там себе поиграться в свое удовольствие. Есть места, где посидеть родителям. Конечно же, есть биотуалет. В таких местах обязательно должен быть биотуалет. Такие здесь домики красивые на берегу. Вот этот boardwalk когда-то был раньше, но после урагана Сэнди, тут же был ураган Сэнди, сколько лет? 6 назад. И вот это все было разбито в дребезги. Теперь они его восстановили. И, пожалуйста, можете гулять, можете бегать на велосипедах, даже не запрещается. Ловить рыбку вот там для любителей порыбачить. Для любителей послушать шум прибоя. Никак не отправиться в свое путешествие. Сегодня такой пасмурный день, но не холодно. Ветерок чувствуется. Отличный шум прибоя. Подышать, походить, отдохнуть. Маша ушла, правда, на занятия. У нее сегодня тесты. Тесты замучили ребенка. А мы отправили посылки на Украину и вышли погулять, посмотреть, что нового в этой окрестности. Грязно здесь, конечно, но потому и не предупреждаю, что здесь купаться нельзя. Что-то он передумал, возвращается, что-то попросил Степу посмотреть, проследить, чтобы никто не трогал, что-то он забыл. Ну, значит, будем здесь сидеть пока, а мы погуляем. Прогулочка приятная, солнышко не печет, ветерок, подышать, отлично, что еще нужно? Скоро откроется сезон. Пляжный. Там дальше есть и такой дикий пляж. Вот там вдали видно мост. Не знаю, ли камера передает, который соединяет Лонг-Айленд. Ну, Стейтен-Айленд и Нью-Йорк. Как он называется? Господи, уже забыла. Бридж. Березана Бридж. Вон там.
птички поют. Вот такая здесь преграда для волны, камни, валуны. Но все равно, если ураган, ураган, ничего не остановит. Но вода должна быть, наверное, еще холодная. Тут вода очень долго нагревается. Так как и зима была долгая в этом году, вода будет, я не знаю, может быть, теплая в августе. Посмотрим. И тут осколки ракушек. Трава сухая, какие-то палки. Ну, не чисто, не чисто. Это не пляж городской. Походить, подышать, то, что нужно. А как бы активный способ отдыха и неактивный. Сегодня прибой, приплыв, как сегодня вода поднялась. Обычно, когда отлив, тогда вода уходит туда, в середину. Это на метров 10 может уйти. Сегодня приплыв. Прилив, господи, приплыв, приплыв, прилив. Но рыбы нету, мы не видим, чтобы рыбаки несли рыбу. Здесь нету, может, в каких-то других краях рыба и есть, но не здесь. Вот такая красота. Ну все, заканчиваю на этом. Пока, bye-bye.